Для студентов красноярских техникумов провели выездной урок, посвященный жизни и спортивной карьере Ивана Ирыгина, нашего земляка, всемирно известного борца. Такие занятия уже несколько недель идут в школах города, но на этот раз было решено организовать совместное мероприятие для учащихся 5 профессиональных колледжей. Уроки стали традиционными, их проводят уже в 5-й раз перед международным турниром по вольной борьбе Гран-при Иван Ирыгин. Ребятам показали фильмы о знаменитом спортсмене, о его победах. Также для учащихся провели викторину, ответив на вопрос, которые некоторые получили пригласительные на турнир. Кроме того, своими воспоминаниями о Ирыгине поделился наставник именитого борца Дмитрий Мендиашвили. Он был уникально уважительным человеком, скромным человеком, преданным человеком, преданным своему сибирскому краю, своим родственникам. Он страшно любил своих братьев и сестер. Ваню уважали и уважают до сих пор. Вы в любую страну мира приезжайте и знаете его фамилию. Сам международный турнир по вольной борьбе пройдет в Краевом центре с 29 по 31 января. Специально к этому моменту в Краевом музее спорта подготовили выставку наград знаменитых борцов, приуроченную к 60-летию становления вольной борьбы в крае. Красноярцы и гости соревнований смогут увидеть медали самого Ивана Ирыгина, а также Дмитрия Мендиашвили, Бувайсара Сайтиева и других спортсменов. Еще на экспозиции будут представлены завоеванные нашими борцами призы, которые до сих пор не показывали широкой публике. Мы выставим также награды, то есть медали чемпионата мира по вольной борьбе в Красноярске. Их никто не видел. И наградили, но у нас они есть в нашем музее.